Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дино Киборг. Ну что ж, поехали. Посмотрим, что нас здесь поджидает. Так, у нас огнемет и бомбы какие-то. Ох ты, это что за жуки тут еще? Ну-ка. Блин, огнемет слабоват, конечно, будет. Давай-ка бомбочку запустим. Замечательно. Так, ну что, 16-1 у нас пройдено. 16-2. Огнемет. Слушай, ну если его прокачать, может быть, он и будет хорошим. Кто его знает. Так, я думаю, что сейчас мы, наверное, вот так сделаем. Да-да-да, и бомбу скинем. Слушай, ну бомба, в принципе, неплоха. Так, давай-ка этого вот так вот здесь расстреляем. Ну что, 16-2 тоже мы прошли. Двигаемся далее. Дай-ка я так сделаю, наверное. Ух ты! Это что у нас тут за новости еще? Ай-яй-яй-яй, подожгли. Так, нате вам подарочек. Блин, надо их быстрее уничтожать. Видишь, тут жуки, кстати, есть с оружием, а есть без. Или они все с оружием? Просто у них, по-моему, на спине вначале его нету, потом оно появляется. Так, 16-4. Нет, смотри, здесь вот... А, все-все-все, я понял, ребят. Оно есть у всех. Просто вначале оно скрыто, а потом появляется. Ну, давай-давай-давай этого мелкого. Так, бомбу скинуть, что ли? Нет, не буду пока. Смотри, какой чувак тут стоит. А ну-ка. И бомбу скинем. Ну что, 16-4 тоже пройден, ребята, и остается у нас 16-5. Я тебе сейчас потырыкаю здесь. Огнемет, 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 давай срочно. Блин, неужели не... Нет, должны пройти. Поехали. Так, это, по-моему, два последних жука у нас здесь будет. Ну-ка, давай этого вот так вот. Ну что же. Здесь мы прошли. Блин, правда, ящиков нам не выпало, к сожалению. Так, огнемет. До 10 уровня прокачали. Я думаю, что пока этого будет достаточно. Так, теперь посмотрим по крафту. Ага, ух ты. 13 уровень, ребята, у нас на коленнике. Ну, а здесь у нас пока все по-старому. Ну что, поехали дальше. Сейчас будем тут колбасить всех. Да хорош. Бомбу. И огнемет. А вот и ящик, ребята, выпал. Это уже приятно. Слушай, мне кажется, здесь будет сложновато. Да, судя по тому... Так, а сколько у нас? У нас 1800 хп, кстати. Вроде бы кажется много, и в то же время не так уж и много. Всего лишь по 30 урона наносим. Но это же мало. Этого очень мало. Блин, даже не хватило, прикинь. Надо пулемет прокачивать. Недостаточно сильный урон. Да. Поехали. Ёк-макарёк, сколько же вас тут. То, что нам там выпадает, это полная фигня. Жарим. Так, ну что, 17-2 у нас тоже пройдено. 17-3.
Так, жарим. А теперь, наверное, нет. Пулемет пока прибережем. Пора. Пора, как говорится. Блин, ты посмотри, сколько их здесь, а? Многовато собралось. Блин, у нас хп мало. Так, ну что, 17-3 прошли с горем пополам. Но я смотрю, у нас ребята потихоньку-потихоньку уже начинают разносить. По чуть-чуть. Так, я даже не знаю, может быть, давай запустим бомбу. Ух ты, посмотри. А этот пучеглазый с двумя глазами, кстати. Так, я так понимаю, это, наверное, последний. А нет, вон там еще кто-то есть. Ух, сколько вас тут накопилось-то. Давай, влупляем. Слушай, ну что ж, давай попробуем 17-5 пройти. Все шансы есть. Да ладно. Сколько вас тут, ты посмотри. Ё-прасоте. Чувак такой, да? А этот с тремя глазами, кстати. Так, слушай, 17-5 прошли. Очень даже хорошо. И, кстати, у нас ящик есть, который мы сейчас с удовольствием откроем. 18 уровня. Неплохо. Так, ну что, давай на крафт. 13 уровень, прикинь. Ху-ху. Так, здесь никаких улучшений нету. Пушка, ребята, смотри. 14 уровня. Слушай, мне знаешь, что нужно прокачать? Мне нужно... пулемет качнуть. И, наверное, бомбу. Так, ну что, ребят, двигаемся дальше. Ау, какая бомба. Не бомба, ребята, у нас. У нас опять с вами электричество. Ну, так мы далеко не уйдем. Мне не нравится вот это вот вооружение, которое нам сейчас дали. Фигня какая-то. Так, а 1800, да? ХП так и осталось. Не прибавилось нисколечко. Ну давай так бомбанем, наверное. Да сколько вас там стоит-то? Быстренько мы с ними разобрались. Чё они издалека-то прям штудируют? Ауч. Это неприятно. Так, ну что, 18-2 пройдено. 18-3. Давай сделаем так, наверное. Смотри, что творит, а. Блин, молнию врубить. Давай врубим. Ну, что так долго откатывается у нас? Поехали. Все. 18-3 пройдено. Теперь 18-4. Да иди ты. Буду я еще на него любоваться здесь. Да ну фигня эти самолетики. Полная причем фигня. Тише, тише.
теперь моя очередь, да, бомбить. Так, поехали. Сделаем вот так вот. Хрум, готов. Так, ну что, остается у нас 18.5. Пройти, и будет этап пройден. Как же вы мне дороги, а? Так, размяли. Там, кстати, ящик нам выпал. Ух, здесь-то как неприятно. Попали мы. Смотри, как плотно идут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, боюсь, сейчас... Сейчас ушатает, да? Или успеем? Успели. Ну что же. 18.5 пройдено, открываем ящик. Смотрим, что нам здесь выпадет. Ну нифига тут. Так, смотрим по крафту. Ох, ёк-макарёк. Фига мы какие стали. Уф, и бронька улучшилась. Это хорошо. Но оружие, ребят, пока не поменялось. Осталось прежним. Я все-таки пулемет буду прокачивать. Мне кажется, это самое эффективное оружие. Пулемет. 200 хп у меня, прикинь. Вот это я понимаю, ребята. 200. Так, давай-ка молнию, наверное, врубим. Так, самолетик я пока выпускать не буду. Не вижу смысла. Есть контакт. Пошел отсюда. Ох, ёк-макарёк. Ребята, тут уже танки пошли. Зашибись. Уже танков нам не хватало, а? Даже мои 2100 хп как-то здесь, ребята, не особо нас выручают. Да уж. Сложно. Ну, не факт, что здесь мы сможем пройти. Нет такой гарантии. Так, влупим электричеством. Поехали. Ой-ой-ой-ой. Так, это последний у нас. Да. Отлично. 19.3. Да иди ты отсюда, а. Этот там пшикает. Самолетики. Нет, самолетики это ерунда полная. Урон какой-то вообще мизерный наносит. Бомба, по-моему, как по мне, была самая крутая. Или бочки. А это все ерунда полная. Ой-ой-ой, выживем ли мы здесь? Надеюсь. Слава богу, все получилось. 19.4. Давай-ка, наверное, сделаем так. У-ху-ху-ху-ху. Ящик выпал. Друзья, вот он ящик. Это уже приятно. А вот это неприятно, когда тут целая армада стоит. Совсем неприятно. Блин, опять танк. И я раздеребанил всех. Но хп очень мало осталось. Попробуем продержаться.
как ты тут, блин, продержишься, да? Ладно, с этими мы, думаю, разберемся. А вон там уже неприятность. Влупляю. Одни танки сплошняком, прикинь, идут. Ё-моё. По-моему, меня сейчас разнесут здесь. Да, друзья, здесь никак мне не одолеть их. Блин, как обидно, а? Как обидно-то. Так, слушай, может быть нам... Если бы мне дали другое какое-нибудь оружие, было бы прикольно, ребят. Есть. Новое оружие. Так, луч и дрон. Вот это уже другой разговор. Луч и дрон. Так, луч у нас где? Вот он. И дрон, да? Я думаю, дрон, наверное, прокачаем. Вот так вот. Ну, слушай, ну с этими ребятами уже, наверное, можно будет пройти. Давай-ка я дрон вызову на помощь. Намного лучше, да, идем? Намного, ребята, лучше. А если еще луч подключить? Пушку. И вот и все. Прикольно. Так, 19-2, да, у нас? Ох, как они тут кучно стоят. Так, влупим дрончиком нашим. Блин, а здесь, наверное, надо вырубать пулемет. Возможно, надо пулемет еще прокачивать. Скорее всего. Да, тут как-то мы тяжеловато прошли. 19-2. Не знаю, как тут будет с 19-3. Допустим, здесь мы этих покусаем. Так, когда нам дрон вызывать? Когда, наверное, пойдут танки, да? Вот здесь уже можно призывать дрон. Ну да, в принципе, здесь очень даже неплохо получилось. Выпускаем луч. Пускай он жарит их. Слушай, я думаю, наверное, пора, да? 19-3 прошли. Еще два уровня. Иди-ка отсюда. Ну что, вызываем дрона, наверное. Пускай тут немножко нам поможет. Ящик. Давай, наверное, так сделаем. Ух. Блин, ребята. Неудачно немножко, да, получилось. Ладно, выпускаем дрона. И луч сразу же. Совсем другое дело. Ну что, последний уровень здесь. 19-5. Угу. Давай, 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 прожаривай. Есть контакт. Так, этот танк уничтожили. Ну, с этими тараканами мы быстренько сейчас разберемся. Так, откатилась у нас пулеметка. Если что, сейчас будем применять.
Луч, да, ребят. А вот теперь пулемет. Так, дрон. Вот и все. 19,5 мы прошли. Давай-ка открываем сундук 20 уровня, прикинь. Сундук 20 уровня. Ну и что у нас тут получается? Ух, ё-моё. Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю, у нас обвес появился, получился. Так, что же лучше сделать? Наверное, пулемет все-таки, ребята, я буду улучшать. Потому что, ну, это как бы основное наше оружие. Довольно мощное. Фу, последний этап. Иди отсюда. Даже не знаю, луч вызвать. Давай дрона вызовем. И теперь луч. Пускай он тут бомбит. Поехали. Так, ну что, пока все очень даже неплохо. Луч призовем. Пускай он их тут уничтожает всех. Всех расколбасил. Ну тут быстро мы как-то, да? 22 мы прошли быстро. Вот здесь однозначно луч нужен. Ё-моё, сколько вас тут накопилось-то, эй? Жучары. Так, 88%. 100. Предпоследний этап. Ну, давай луч позовем, фиг с ним. Так, а вот тут, наверное, уже дрона. Не надо было дрон. Тут не так уж их много, кстати, было. Без дрона бы обошлись. А вот тут, да, тут надо уже влуплять. Ну что, у нас последний этап, ребята. Естественно, тревога. Босс. Ух, ёк-макарёк. Ты успокойся, пожалуйста. Кто это такой? Осьминог какой-то. Он еще отталкивает. Не успел. Слушай, ну боссы здесь, конечно, легкие. Оттолкнул меня. Ну давай, луч. Вот и все. Сдулся. Это же Крэнк, точно, ребята. Я думаю, кто это? Это Крэнк. Все, дракончик наш прибежал к яйцу, которое украли. Чё он так к нему крадется-то еле-еле. Поздравляем. Спасибо за игру. Да не за что, вам тоже спасибо. За такую развлекательную игрушку. А-а-а. Ну и денег у нас, ребята, как говорится, нету. Да они нам уже и не нужны. Да, в принципе-то. Что хотели, мы улучшили. Я бы с удовольствием поиграл бы в продолжение, если бы оно было. А на этом, друзья мои, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.